Приветствую вас, и давайте, отвечая на ваш вопрос, немножечко попробуем разделить ответ на такие вот составляющие элементы, как, например, что нужно, чтобы вообще быть интересной для мужчины, и какие необходимо соблюдать, ну, хотя бы такие вот элементарные, базовые правила или условия для того, чтобы отношения были равноправными, а не те, которые есть у вас сейчас. Первое, о чем хочется сказать, то, что вот что нужно для того, чтобы вы мужчине были интересны. Что нужно для того, чтобы поддерживать в нем интерес к вам? Ответ на этот вопрос звучит таким образом. Мужчине для того, чтобы поддерживать интерес, нужно несколько основных моментов. Первое, это быть для него, знаете как, не недоступной, а, скажем так, возможно, чужой. То есть, чтобы он не знал того, что вы вот всецело принадлежите ему. Чтобы он боялся вас потерять. Чтобы он допускал мысли о том, что вы можете уйти. И это совершенно не означает, что вы должны показывать ему там свое, грубо говоря, пренебрежение, да, или что-то еще такого плана нет. Речь идет именно о вашей самостоятельности, о том, что вам нужно, о том, чего вы хотите для себя сами и так далее. То есть, по сути, ситуация заключается в том, чтобы вы отстаивали свои интересы, чтобы вы делали это четко, полно, лаконично и однозначно, да, потому что мужчина знал, что вот он не может к вам относиться как-то, как ему хочется, и так, чтобы вам не нравилось. Потому что если вам будет что-то не нравится, то вы можете от него уйти, а он рискует вас потерять. Соответственно, что делаете вы? Вы говорите ему напрямую о том, что без него вы не можете. Что это для мужчины означает? Для мужчины это означает, что он может делать все, что угодно, ставить какие угодно свои условия, и при этом вы, грубо говоря, вы все это будете терпеть, грубо говоря, вы все это будете принимать, просто потому что он вам очень сильно нужен. И вот в этом заключается одна из основных проблем, потому что мужчине нельзя давать понять, что вы целиком и полностью принадлежите ему, и без него вы не можете, и все, что угодно вы, например, стерпите, лишь бы только быть с ним. И здесь ключевой момент заключается в том, что вы пишете, что мужчина для вас как наркотик. Очень, знаете ли, интересно было бы разобрать с вами более подробно этот аспект. Почему мужчина для вас как наркотик? Почему вы от него настолько сильно зависите? Почему вы без него не можете? В чем вы в нем нуждаетесь? Понимаете, пока мужчина для вас как наркотик, пока вы без него вообще не можете, к сожалению, ситуация будет складываться именно так, как она складывается на данный момент. То есть, мужчина диктует вам, по сути, свои правила общения, свои правила взаимодействия и так далее. При этом вас особо не уважая, с вами особо не считаясь, и
знаю, что вы доступны, знаю, что вы всегда его примете, что вы только ищете, чтобы с ним сблизиться. Интересно, для него вы не представляете. Я рекомендую вам для себя все же подумать над тем, почему же вы от него так сильно зависите. Потому что любовная зависимость — это всегда следствие внутренней недостаточности, да, то есть неуверенности в себе, ну, неправильного отсчета о том, что вам нужно для себя, неправильное удовлетворение собственных желаний, собственных потребностей и, как следствие, подобное вот зависимость. И чтобы этой зависимости не было, вам и нужно как раз стать самостоятельной и действовать так, чтобы ваши потребности, именно ваши, то есть то, что вам нужно для себя, не зависело никак от молодого человека. Причем от молодого человека, любого, не только от, ну, не только от вашего, а вообще от любого человека, от любого молодого человека. Чтобы не зависело. Вот это то, что вам нужно сделать. Это то, что для вас сейчас самое главное, то, что для вас актуально. Потому что вернуть чувство парня, что значит вернуть чувство парня? Вернуть чувства, если их нет, нельзя. Вернуть можно только то, что есть. А то, что есть, грубо говоря, то... тому, точнее, что есть, вы не даете проявиться из-за своей зависимости от него. То есть, если вы перестанете от него быть зависимы, если вы сможете адекватно и правильно удовлетворять свои желания, свои потребности, то тогда, будучи от него независимым, вы будете представлять для него больше интерес, и появятся необходимые условия для того, чтобы он, то есть ваш молодой человек, наконец-то проявил к вам те чувства, которых вы от него хотите. Другое дело, нужны ли вам будут чувства эти, если вы станете от него независимым. Это уже вопрос совершенно другого плана. Потому что если, например, вы изменитесь, если вы поменяете немножечко свое восприятие его и себя, если вы научитесь удовлетворять свои потребности и желания, то совершенно не факт, что вы будете в нем нуждаться, и совершенно не факт, что вы будете воспринимать его, ну, вообще говоря, так же, как сейчас. Так же, как в данный момент. И это, знаете ли, тоже момент. Это, знаете ли, едва ли не ключевая позиция по вашему вопросу. Итак, еще раз. Вам необходимо более как бы превентивно, более конкретно выработать для себя ориентиры по построению модели женского поведения. Вам необходимо лучше разбираться в мужчинах, лучше разобраться в мужчинах. Вам необходимо понимать, что нужно мужчине для того, чтобы женщина была ему интересна и иметь ресурсы для того, чтобы это обеспечить. Пока вы, судьба, не понимаете, вы не создаете условий для того, чтобы быть интересным мужчине, а ресурсов для того, чтобы это обеспечить, у вас тоже нет. И тогда, во-первых, необходимо избавиться от любовной зависимости, чтобы мужчина перестал быть для вас наркотиком. Далее, проработать свою модель женского поведения, чтобы она отвечала вашим интересам, представлениям о том, чего вы хотите, что вам нужно, как вы себя видите, как вы себя представляете и так далее. И после этого уже, если вам
молодой человек все еще будет интересен, занять позицию в общении с ним наиболее удобную для него, чтобы ему было комфортно, и просто показывать ему то, что вы можете ему дать. То есть у мужчины есть какие-то свои желания, и у мужчины есть какие-то свои потребности, и вам нужно показывать, что вы можете их удовлетворить. Но не будете этого делать, если он не будет с вами. То есть нужно вести себя грамотно, нужно вести себя вынесено, а главное, независимо и так, как вы сами того хотите. Сейчас вы ведете себя как очень зависимый и нуждающийся человек, а значит и не позволяете мужчине почувствовать себя с вами именно мужчиной. Он чувствует себя с вами средством, но не мужчиной, к сожалению. А мужчина, он чувствует себя с вами тогда и будет чувствовать себя с вами тогда, когда, если будет вас завоевывать. Для того, чтобы завоевывать, нужна независимость. Вот над независимостью вам и нужно поработать. Собственно говоря, независимость – это умение удовлетворять свои желания не через человека, а напрямую. Таким образом, не нуждаясь в чем-то лично для себя по отношению к другому человеку. Ибо другой человек не обязан предоставлять вам то, в чем вы нуждаетесь от него. А если предоставил, то не стоит думать, что он будет это делать всегда. Какую пустоту вы пытаетесь себе заполнить через молодого человека, какие желания пытаетесь удовлетворить через него, может быть, вы чего-то боитесь, может быть, вы не уверены в себе, может быть, на вас повлияли детско-родительские отношения. Говорить не имеет пока оснований, нужно с этим разбираться. Соответственно, если у вас есть такое желание, выберите эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним консультации, начинайте с ним беседы, дабы рассмотреть вашу ситуацию и выработать уже именно вашу индивидуальную стратегию поведения в этой ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.